Не первый год в конце осени в Ленинском районе проводится акция, приуроченная к Международному дню благотворительности. С 20 по 27 ноября во всем муниципалитете организованы точки сбора товаров для нуждающихся людей. В этом году акция «Неделя доброты и щедрости» приобрела еще больший размах. К ней подключились десятки предпринимателей. Адресно они предоставляют помощь разным общественным объединениям района. Мы всем помогаем, да, и кому можем, то есть там и детям, и по возможности, конечно, стараемся помогать. Вот, если еще будут какие-то акции, мы с удовольствием в них поучаствуем. Предприниматели, которые входят в состав торгово-промышленной палаты Ленинского района, передали представителю общественной организации многодетных семей «Наше будущее» несколько наборов детского постельного белья и 120 банок консервированного зеленого горошка. Подспорье для тех, у кого на новогоднем столе традиционно присутствует салат оливье. Данная акция очень своевременная и очень полезная. Как мы все знаем, что в условиях падения жизненного уровня, а это особенно отражается на многодетных семьях, там, где у кого от 3 детей и более, у нас есть возможность помочь точно таким семьям. А представители одной из стоматологических клиник города Видное подготовили для членов общества инвалидов Ленинского района около 200 наборов для ухода за полостью рта. Туда вошли зубная щетка и паста. Наборы рассчитаны для взрослых и детей. Люди с ограниченными возможностями, они рады любой помощи, и они благодарны за все. И поэтому эта акция «Неделя доброты и щедрости», она как нельзя вовремя сейчас проходит в нашем районе. И вот благодарность всем людям, добрым и щедрым, которые откликнулись на призывы о помощи и которые помогли конкретно нашей вот организации, я про свою организацию говорю, да, что мы очень благодарны. И вот, кстати, большое спасибо и низкий поклон всем дарителям. Благодаря акции сотрудники стоматологии смогли ближе познакомиться с проблемами инвалидов и предложить свою помощь в дальнейшем сотрудничестве. Мы предлагаем лечить детей, которые, скажем так, особенные детки, которые не могут лечиться в обычных стоматологиях и которым нужна стоматологическая помощь. У нас есть такая услуга, как лечение под наркозом, поэтому можно за один прием полечить все зубы и подготовить ребенка к дальнейшей операции, уже более серьезной. До конца акции «Неделя доброты и щедрости» остается один день. У каждого жителя муниципалитета есть еще время помочь нуждающимся людям и сделать мир светлее. Юлия Погосян, Владимир Бежонок, Елена Кошелева. Видное ТВ.